начало. Это, оно у нас начинается. Вот так. Оно у нас начинается с dear или чье-то имя. Не знаю, там пусть. Вот так. Вот так вот начинается. Dear. И потом чье-то имя человека, которому мы пишем. Дальше. Дальше. Вот такая вот у нас идет конструкция. I am. Обычно I am writing to tell about что-то там. Неважно что. То есть вот обычно можем так начать. Можем еще, не знаю, написать как how are you, там еще вот что-нибудь вот такое после dear и имени человека. Имя можешь вообще любое использовать, там оно у тебя не написано какое, кто именно. Но ты можешь сам придумать просто любое имя, там даже не имеет значения даже какое, там русское, там английское, немецкое, хоть японское, это не имеет значения вообще никакого. Но вот самое важное, это вот начать письмо вот с этого dear и имени. Потом при желании можно там how are you, там еще что-нибудь такое. Такие вот вопросы и личные такие. И потом написать уже I am writing, там, например, to answer, там, или еще что-нибудь такое. Или вот еще можешь thanks for, там, например, thanks for asking. Можно еще что-то такое придумать. Thanks for asking. Что-то там, но это не обязательно, это уже такое. То есть такая конструкция идет. Вот в таком конкретном случае. Или вот конкретно здесь можем использовать как I am writing to answer your questions. Вот так лучше будет, можно сказать еще. И потом ты, собственно, вот дальше уже отвечаешь на вопросы там, то есть все нормально. И в конце самое главное, это вот что-то такое используют. Например, вот это один из вариантов. Это вот that's it for now. И там еще спросить, например, там and what about you, там, например, и вот еще write me as soon as you can. Вот как-то вот так можно закончить письмо вот такими вот словами. И в конце самое интересное. В конце ты можешь использовать разные варианты прощания. Можно использовать best wishes, можно использовать best regards, можно еще использовать для формального можем еще yours sincerely, но я думаю, мы его чуть позже разберем, формальные письма, пока что у нас нет необходимости в их изучении. И если же это какой-то очень близкий тебе друг, очень близкий тебе человек, то ты можешь даже написать love. И вот, короче, вот после вот этого, после best wishes, best regards или love, ставим запятую, переходим на следующую строку и пишешь Юджин, имя свое. Вот такая конструкция, она намного лучше. Вот за такую конструкцию тебе накинут еще дополнительных баллов. Потому что вот эта конструкция считается вот прямо вообще просто потрясающей. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Теперь мне хочется вернуться к нашему сборнику ДПАшек. Так, у нас это... Так, хорошо. Давай с тобой еще немного попрактикуемся с ДПА. Так, я сейчас запущу демонстрацию экрана.
Так. Начать демонстрацию. Так, тебе, надеюсь, все видно. Хорошо. Давай мы с тобой еще вот пару тестов по ДК пройдем. Да. Так, давай вот теперь попробуем тест 3. У нас task 1. Попробуем давай прочитать вот этот вот текст интересный. Шо, прочитал? Да. Так, ну хорошо. Давай теперь перейдем к нашим вопросам. Europeans consider they live longer than the Japanese. Japanese. And what is it? True or false? That's false. Yes, right. Because there is a opposite in the text. The Japanese experience more stress than Western people. Можно мне объяснить термин say Western people? Western people — это восточные люди. Вернее, западные люди, западные люди. Western — это западный. That's false. Yes, because I don't remember anything about it, so... So I think it's false, yeah. What's about next one? The Japanese did difference from the European one. It's true. Yes, absolutely true. Europeans eat more vegetables than the Japanese. That's false. Ну, как-то вот да, верно, все верно. По тексту, да. И последний вопрос давай. When in Europe the Japanese discover the bad sides of Western national food. Вот я ничего не скажу. Ну вот у нас в последнем абзаце есть вот про
Про Европу. Да, вот то, что они нашли, это как хорошие, так и плохие аспекты западной еды. Ну да, вот про bad sides у нас тут вот есть. Ну, и про, ну, про, ну тут только bad sides. Про good sides ничего нет. Так что это может быть как true, так и false. Я думаю, что все-таки здесь может быть и true, потому что вот про bad sides у нас и в тексте есть, и тут. Но они ведь не только bad sides. Так что вот это даже для меня спорно на самом деле. Вот мне вот этим вот DPA вообще, честно говоря, вот не нравится, потому что вот в таких случаях это вот просто лотерея, потому что там и такой ответ может быть правильным. Вот, но слава тебе, Господи, что таких вопросов очень мало. Вот таких вот с подвохом. Так что я думаю, что можно не бояться за это. Так, давай теперь перейдем к task 2. Это уже, я думаю, будет попроще. Turtles spend most of their life in the sea. Okay. They have a hard shell over their body and they can pull their head, arms and legs inside the shell. If they are in danger. In danger, так. Danger. Turtles. Okay, how do the turtles often live for 100 years and grow up to 2 meters long? Ну, тут не знаю, что поставить. Тут, кстати, я тоже, потому что я биологию довольно паршиво знаю, так что вот тут я даже не знаю, тут я даже на русском не смог бы поставить правильный ответ. То есть каждый год мама черепаха плавает на пляж, чтобы отлежать свои яйца, или в какой-то в какой-то конкретный год, или в другой год. Но я думаю, что C и D можно сразу отместить. Тут у нас или A, или B. Потому что C и D у нас вообще не подходят сюда. Тут у нас либо каждый год, либо в какой-то конкретный, в какой-то год. Наверное, тут может быть как A, так и B. Так что вот тут, честно говоря, тут даже я точно не скажу, потому что, ну, это вот этим мне ДПА, честно говоря, не нравится вообще. Вот с такими вот такими непонятными вопросами, на которые вообще совершенно, ну, даже на русском не понимаешь, как ответить, не говоря уже об английском. Ну, хорошо. Давай тогда скажем, что это будет у нас. Пусть это у нас будет, короче, some year. Тут надо знать биологию, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Да. Ну, я не думаю, что она каждый год прям вообще просто, если они живут по 100 лет, и она каждый год там отлеживает свои там яйца, которые каждый раз у нее снова и снова появляются. Ну, не верю я в такое. Это просто черепах должно быть уже в сотни раз больше, чем людей. Так что пусть будет some year. Я даже, может, специально загуглю про черепах, чтобы просто вот узнать, что сюда вставить, each year или some year.
Хорошо, давай теперь к пятому перейдем. About a month later, the eggs break open and the baby turtles try to get into the sea. They are very small and and every have problems getting to the water. Не совсем. Смотри. Every у нас обычно. Every у нас всегда, вот когда говорим, используется у нас единственное число. А здесь у нас have множественное число. То есть у нас подсказка такая. Поэтому мы здесь можем использовать. Здесь лучше many поставить. Many, многие. Many have problems getting to the water. Понял. И еще вот насчет a month later, по-моему, ты выбрал вариант A, above. Но не, здесь, я думаю, лучше всего здесь подойдет about. Около месяца спустя. Вот так. Ну, в общем-то, у тебя неплохо довольно получилось. Так, я сейчас даже скажу, сколько у тебя. Раз, два. Так, ну смотри, первые три у тебя правильные ответы. Шестой у тебя тоже правильный. Четвертый, я думаю, у тебя тут уже 50 на 50. Ну, я думаю, что все-таки сам. Я думаю, все-таки сам. Так, насчет пятого у тебя здесь. Ну, фактически у тебя вот 5 ответов из 7 правильных. Так что вот неплохо. И последний у нас task number 3. Write back an email to your pen friend. И вот, собственно, что у нас пишет наш друг. I'm having a very busy time now, as I have to get ready for my exams. As far as I know, all students in Ukraine have to take school exams too. Вот, собственно говоря, вот наш друг пишет, что он готовится к экзаменам, что он должен готовиться к экзаменам, и что, насколько ему известно, в Украине тоже обязательно нужно сдавать экзамены. Да уж, очень, конечно, удивительно. Некоторые, наверное, думают, что в Украине не сдают экзамены. Но нет. Все-таки у нас тоже, я, кстати, не знаю, как этим летом слышал я уже о том, что тут ДПА вроде как хотели отменить, но я не знаю, отменят, не отменят, это уже время покажет. И вот, собственно, вопросы. Какие у нас вопросы? When are you going to have your exams? Когда ты собираешься сдавать свои экзамены? What exams have you chosen and why? Какие экзамены ты выбрал и почему? И how do you prepare for the exams? Как ты готовишься к экзаменам? Ну, ты, собственно, можешь вот написать про ДПА, как раз к которому ты готовишься. Можешь, если хочешь, даже вот про меня там что-нибудь написать. Написать там, не знаю, еще. Вот про ДПА тоже что-нибудь интересное. Тоже какие-нибудь фактики. Ну и вот желательно и лучше еще использовать вот эту вот конструкцию, которую вот я писал, которую я там тебе в скайпе. Потому что это вот общепринятая такая конструкция. И вот за такую конструкцию можно получить намного выше балл. Так что вот, я думаю, что теперь у тебя уже
Ну тут еще, кстати, я забыл с вами про вот эти про первую. У тебя в первом задании вообще, насколько я помню, все ответы были правильные. Ну, кроме вот только вот единственное пятое, там вот может быть и true и false. В остальном, насколько я помню, у тебя там все правильно. Так что вот. Так что я думаю, что где-то в районе 10 баллов ты точно получил бы, если бы сдал этот экзамен сам из 12. Ну хорошо, теперь у нас четвертый тест. Тут уже немножко вот поменялась у нас конструкция. Тут уже у нас, видишь, вот уже не true и false, а вот вариант из трех, один из трех. Мне кажется, даже легче будет. Давай вот проверим. Так, ну что, давай перейдем теперь к вопросам. What country did the taxi driver live in? То есть в какой стране жил таксист? Ну, если жил, то может хоть и в Германии. Да, вполне может быть Ну, а такое. так Хотя во у нас. Франции. Ну да, я думаю, что я бы лично я бы здесь выбрал Си, Францию. Это тот самый такой подходящий вариант. Хорошо, давай дальше. How did Arthur Conan Doyle get to the hotel? By car. Да, правильно. Каким же еще образом, если он на такси ехал? Так. Where did Conan Doyle come to Paris from? From the south of France. Правильно, вообще шикарно. Я не знаю, для чего они здесь Ukraine поставили, наверное, просто для шутки такой. Ну хорошо, давай number four. How did the driver learn the nationality of Conan Doyle? By appearance. Appearance, да, Appearance. внешность. Да, благодаря внешности. Did Conan Doyle А. have long or short hair? Shorts. Ну да. Да, верно. Там же у нас говорилось о том, что он там стригся, все дела. Вот про стрижку, собственно, там вот было. Что ж, шикарно. Что ж, все 5 из 5 правильных ответов. Здорово, давай дальше в таком же духе. The famous circus, Cirque
Cirque de Soleil, как-то так, наверное, будет у нас. Или Cirque de Sole, ну, не знаю, это французский, как-то вот так будет звучать. Сек де соль. О, Cirque du Soleil, ты даже по-французски говоришь немного. Или ты... Ну, классно. Я французский вообще никогда не учил. Is known all over the world. It started performing in Montreal, Canada. Монреаль, Монреаль. Так, хорошо. It was organized by the Canadian guy Lalibert in 1984. The first show was a striking dramatic mix of circus arts without animals and street performance that featured magical Lighting. lighting and original music. He named it Cirque du Soleil, because in his own words, the sun symbolizes youth, Yaws. energy and Strengths. strength. After leaving college, Lalibert traveled all over Europe, earning money. Так. I would place music in the open air. After returning home, he began a circuit. With their friend, Ну, почему they're как бы him, да, his friend. his friend Daniel. Daniel. In the 90s, можно. 1990s. The Cirque quickly expanded. It now shows a performance. Так. Здесь у нас выражение такое all over the world. Это выражение такое, которое оно всегда именно так пишется, никак иначе. Поэтому вот All over the world. And the staff working for it has grown from 73 to more than 3,500. The Cirque does not work with animals, but there is music and dance, and each show is like a story. The Cirque performs at the delight of locals and visitors. Да, ну хорошо. В принципе, тут большинство у тебя ответов правильно. Только единственное, что второе, тут явно не Blaze,
потому что у нас здесь все в прошедшем времени было. Поэтому тут, скорее всего, здесь, скорее всего, plain music, plain C. И лично я бы именно это и выбрал. И вот еще, кстати, вот насчет All Over the World, тут у нас уже было вот это вот такое предложение All Over. То есть вот All Over Europe, вот у нас было в самом начале второго абзаца. Так что вот у нас уже вот такая подсказка была, так что ты мог бы и без нее догадаться, в Там, принципе. я там замыслился из-за того, что я подивился на карты вместо четвертого. А. Понятно. Ну, в принципе, тут у тебя все тоже правильно, кроме второго. Так что тут уже у тебя почти идеально. И третий у нас здесь. You have received a letter from your English-speaking pen friend. Снова у нас англоязычный, англоговорящий друг по переписке. I'm so fond of Japanese cartoons. Почему не сказал прямо аниме? Японские мультики. Ладно, пусть будут японские мультики, хотя... Ну хорошо. That I've decided to learn Japanese. Mom says it's hard, but I think it's worth it. Besides, the writing is cool. И что-то там дальше. И вот, он нас спрашивает, what languages do you learn at school? What other language would you like to learn and why? And what do you think about my choice? Ну что ж, кстати говоря, я вот скажу лично по себе, что я сам тоже очень сильно увлекаюсь японской культурой и тоже хотел бы выучить японский язык, потому что считаю, что очень красиво звучит. И вот хотел бы даже вот пожить немного в Японии. Не на совсем, конечно, я туда хочу, не на совсем, хотя бы вот на месяц, на два. Я тоже очень сильно увлекаюсь Японии, японской культурой, японским языком. Вот прямо как этот человек. И вот ты вот тоже вот можешь ему что-то вот сказать. Собственно, что он хочет? Он хочет вот спросить, какие ты языки изучаешь в школе, какой язык ты хотел бы сам выучить и почему. И что ты думаешь о его выборе насчет изучения японского языка? Вот как ты считаешь, типа, хороший это выбор или такой себе? Вот, в общем-то, высказать свое личное мнение. Мне больше всего вот это письмо вот понравилось. Вот я бы, конечно, если бы мне такое попалось, я бы, наверное, разыгрался по полной программе. Так что здесь вот, пожалуй, самый лучший вариант для того, чтобы для фантазии, для того, чтобы вот что-то вот придумать, там что-то вот как-то красиво так сделать. Так что вот я тебе потом эти все задания поскидываю, напишешь их уже все эти письма. Я с удовольствием их почитаю. Так, и давай еще тест 5 сделаем напоследок, так сказать.
прочитав. Да, довольно такая вот забавная такая история. Что ж, теперь давай, собственно, поотвечаем на вопросики, если он снова true или false. Марк Твен came to London on business. Not stated. Yes, right. Здесь ничего об этом нету. And the friend had enough money to travel back. False. Так. Верно. Давай the next one. The writer bought two tickets. Yes. True. Yes. Right. That's really true. The inspector Noticed. noticed two men in the compartment. Не совсем вопрос понятный. Значит, инспектор наш увидел в купе двух мужчин. Смотря какой промежуток времени. Ну, я думаю, что там имеется в виду еще до вот этого момента, так что False. тут все-таки, да, в таком случае будет false. Так. All of them laughed at this joke. Not stated. Правильно, not stated. Так, ну что ж. Да, здесь у тебя все верно. Здесь у тебя все 5 ответов правильные. Здорово. То есть с этим у тебя вообще никаких проблем нет. Мне вот это уже нравится. И давай теперь task 2 попробуем. There exist many different kinds of computer games. All games are quick and easy to play. People can choose and play the game. While they have a spare minute or two. Ну, нет, здесь мы лучше... Да? Не знаю. Здесь лучше A. Whenever they have a spare minute or two. Вот на самом деле вот это whenever, это такое довольно полезное слово. То есть как... То есть как... Вне зависимости от того, есть ли у них... там, допустим, свободно там 1 или 2 минуты. Вот каким-то вот таким вот образом можно это дело перевести. То есть, когда у нас идет о времени, вот в таких вот случаях мы можем смело использовать whenever. Очень такое полезное слово. Так что вот для таких случаев можно вот себе
можешь себе вот взять на заметку. Так, хорошо, давай дальше. You can find them on your mobile phone, on your computer, and even on your television. They include popular games like Solitaire and Spider. Another type of games is serious games. These games are designed to teach players something useful. One of the longest running serious games are the Microsoft Flight Simulator. Simulator. Simulate. Согласен. Так. It was made in 1982, and since then many many pilots have used it to learn to fly planes. Other games teach police and firefighters what to do in a an Ну, не знаю. Здесь можно использовать emergency. Не знаю, может, ты как-нибудь его слышал. Emergency это у нас вот как такое, как такое вот срочное там в случае там какой-то срочного там какой-то непредвиденной ситуации какого-нибудь там происшествия. Вот какой-то вот такой вот пример. Я даже вот хочу, я вот точного. Вот весь прикол, что я уже просто не знаю, вот, как нормально эти слова на русский переводить. Я знаю, как они, что они на английском значат, но я просто вот не помню, что они значат на русском. Поэтому надо, вот я могу просто так вот даже быстренько, вот можем даже вместе сейчас с тобой посмотреть. Там как перевод не надо. Будет. Emergency это у нас на русском чрезвычайно, вот, в чрезвычайной ситуации. Вот, точно, господи. Так, куда там, где там наш сбирник прекрасный? Вот он у нас. Дальше продолжим. Так. Have used it. Нет, так, дальше. Вот. In an emergency case. Верно. Language learning software does not typically fall into this group. However, these are educational games. In recent years, не знаю. Повышающийся. Ну, еще число нигер.